Мы вышли с Тамаркой погулять немножко. Смотрите, хотела вам показать. Вот со стороны Солнечной, дом на Солнечную сторону, вот отсюда солнце часа в три, наверное, только уйдет. У всех работают кондиционеры. Я не знаю, слышно или нет, капельки капают. И кондиционеры работают. Но у всех работают кондиционеры. Сейчас пойду на теневую сторону, покажу вам, какая там обстановка. И смотрите, здесь зона барбекю и мангалы, да? Смотрите, сделан два мангала, облагороженная площадка, вот эта вот. И мангалы на замках, видите? И те, кто не сбрасывался по деньгам, те не могут здесь ими воспользоваться. Наши хозяева по деньгами не скидывались, поэтому мы сюда один раз пришли, и нам чуть не отказали, что типа... И то, как бы мы пришли, когда здесь все жарили шашлык. А когда здесь никого нет, мы, в принципе, и не сможем воспользоваться. Ключа-то у нас нет. И вот смотрите, я поворачиваю сейчас за дом. Здесь тенек. Здесь очень комфортно сейчас. Здесь еще детская площадка также находится. Лавочки. И вот здесь у всех... Практически открыты окна, потому что я сейчас проходила мимо, слышно, люди там разговаривают, завтракают, ложками стучат. И здесь практически ни у кого кондиционер не работает. Ну, мало у кого, по крайней мере, вот вода течет, видно, да? Но там работает просто у всех. А здесь, если приглядеться, можно увидеть открытые окна. И здесь очень хорошая прохлада, ветерок. Поэтому вот солнечная сторона в Сочи, это... Двоякая такая, палка о двух концах. То есть вот летом здесь комфортно, зато зимой с другой стороны можно, вот, допустим, наши окна выходят на солнечную сторону, может быть, именно поэтому мы так мало пользовались отоплением в эту зиму, потому что действительно очень сильно припекало солнце зимой. И прям было от него тепло. В нашей квартире, в принципе, съемные только полы давали о себе знать, потому что они из плитки, и они ледяные были. А если бы там, предположим, был бы ламинат или линолеум, то можно было бы, наверное, вообще отопление не включать. Мы его включали ради того, чтобы немножко пол подтопить. Ну вот этот бок, он сейчас солнечный, но сейчас вот утро, солнце вот здесь, оно повернется скоро, и вот им будет не так жарко, как тем, кто вот, как у нас квартира, на самый прям вперед дома выходит. Так что вот эта вот солнечная сторона, это еще как бы, как раньше, мне кажется, выбирались это дома и квартира на солнечную сторону, то здесь это двоякое такое ощущение будет.